Всем привет. Сажаю малину сегодня. Выкопал вот таким на траншею. 15 метров. Заправил ее компостом и золой. Сейчас буду садить малину. Что-то мне в голову такая мысль пришла посадить ее, эту малину, вот в такую вот траншею. Почему? Потому что малина обычно любит убегать далеко. Вот. Чтобы она в эту сторону не убегала, я траншеей распушил, получается, землю. Вот. Сейчас на ветру начинает уже, правда, браться. Но будет все равно мягче, чем было. Твердовато, конечно, здесь было. Вот, и теперь я буду садить сюда ремонтантный непонятный сорт, но сказали, что крупная, вот, но очень быстро убегает в сторону. Ну, те люди, у которых она росла, она была на песчаной почве, там это быстрее происходит. У нас тут чернозем, тут тоже есть, конечно, но не до такой степени, поэтому... Вот сейчас не так главное, что у меня здесь есть, а поможет ли мне такой способ избежать беглецов малины в левую от нас сейчас как раз сторону. Вот. Хочу посадить кусты где-то 60 сантиметров друг от друга и набросать между ними вот этих вот всяких веток. Пускай тогда, если и будет убегать, то будет убегать по траншее, оттуда я уже буду ее либо удалять, либо черенковать, посмотрим, что за малина, как она поведет себя, потому что перед этим тоже была малина, тоже неизвестный сорт, но повела себя очень плохо, она выкорчевана. Вот. И теперь идет посадка другой. 2 года она пробыла у нас в прошлом. Дали ей единовотную реабилитацию, ничего не вышло. Вот такая вот у нас получается ситуация. Сейчас приступим. Сделал я еще такую болтушку глиняную. Не сильно хочет. Она размешиваться. Болтушку себе сюда добавил метарезин. Остался у меня там фитоспорин. Так вот, буду пробовать. Сейчас. Глина у нас туго, но тут соседи что-то строили, осталось. И дали, так сказать. Сейчас я ее посажу пока так, а придет время, через пару недель, наверное, я ее вот подрежу под корень совсем. Так, видно, не видно. Вот такая вот болтуха. Эксперимент посмотреть, попричитать. Делал такую съемку. Земля какая дубовая в этом месте. Хорошо.
дюхать, немного размягчить. Многие там, когда смотрят, задают сразу вопрос, а чего там зола, какую золу ты там сыпешь. Вся, что была, все полили, все вместе. Нету там чему-то предпочтения. Березе, еще чего. У нас тут тоже с березами, если так разобраться, то туговато. Леса нет рядом, далеко. Так. Вот так вот, думаю, палочек. Тоже навставляю. Примутся, вылезут из глазочков, не примутся. Будет как удобрение. Так. Следующий куст малины. Немного я корни на некоторых пообрезал. Вот такая вот болту получается. Внизу компост. Местами не до конца перегревший. Глубину делал сантиметров 30-40 получалось. Может, уже кто-то это делал, но я еще нигде не видел. Если это результат, не знаю. Сегодня в тянучку, пока ехали, что-то мне такое в голову взбрело. Так как здесь была до этого тоже малина 2 года в этом ряду, я после того, как выкопал траншею, пролил все хорошо Байкалом, 100 грамм на 10 литров, в надежде на то, что если корни старой малины все-таки еще попрут, то там Байкал ее трохи приглушит. Колорадо. А метарезин, который я сюда в болтуху добавил, он их сжирает. Это гриб. Любит он это дело. Там проволочника. Вот. Короллар как новенький, как живой. Вот такой вот. Ну как ни странно, за все это время этой траншеи выкопал всего лишь одного маленького хруща. Трусу, конечно, но по крайней мере это радует. Вот, так что такие вот дела. Ну добро, дальше продолжу я уже без съемки. Времени нет. Так, в принципе, мой, так сказать, позыв понятен, я надеюсь. И, ну а будем дальше смотреть,
что из этого выйдет. Вот, а почему не захотел я по-другому делать? Потому что было по плану у меня закопать, отсечь малину этим самым шифером. Есть там шифер битый, но так как он там битый, разные куски, больше и меньше, мороки много. Одел как раз сейчас на посадок. Вот, еще больше, чтобы его как-то равнять там, чтобы потом не было видно. Ну, будем посмотреть, может этот способ даст какой-то результат. Еще хочу сказать, что на эту траншею она не сильно широкая, приблизительно 30 сантиметров. Я внес, и она 13,5, даже там чуть-чуть больше в длину, 11 ведер 12-литровых компоста и 5-литровую банку золы. Пролью я это дело сейчас. Была усадка. Здесь у меня вода, в котором и калий есть, немного. Гумат калия. И фитоспорин у меня остался. Надо было туда забивать. Решил его использовать. Так, поднимается ветер. Надеюсь, что было меня слышно. Всем спасибо, кто смотрел. Пока.